Одесские милиционеры задержали жуликов, которые еще в октябре прошлого года ограбили ювелирный салон на улице Королева. Тогда двое мужчин ворвались в магазин и, угрожая продавцу пистолетом, вынесли золотые украшения на сумму более 50 тысяч гривен. Грабителям удалось скрыться от правоохранителей, но, как оказалось, ненадолго. Сотрудниками уголовного розыска были задержаны подозреваемые лица в совершении данного преступления, от которых были получены признательные показания. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению их причастности к аналогичным преступлениям. В ходе допроса злоумышленники рассказали милиции о своем плане. Они специально выбрали магазин, в котором отсутствуют камеры видеонаблюдения. Прихватив с собой пистолет с резиновыми патронами, чтобы запугать продавца, воры совершили ограбление магазина. Украденные ценности злоумышленники сдавали в ломбарды других городов. Но эта схема не спасла жуликов от правосудия. Преступники сознались в содеянном. По данному факту ведется следствие.